Вот Максименко на подаче. Дыру справляется без каких-либо проблем. И сам остается на чистой сетке. Здесь Жось, конечно, немножко не прочитал эту ситуацию. Максименко тоже вставляет понервничать так в приеме. Михайлов неудобно атаковать, куда эта скидка. Моисеев справляется и успевает. Ну а здесь Сэм Дыру как же прекрасно прочитал эту атаку. Просто прекрасно. Илья Федоров в защите. И что творит Сэм Дыру? Давайте посмотрим с вами на повтор. Отличная доводка. И прекрасный пальчик в исполнении Сэма Дыру. Бог уже был готов отлавливать Алексея Конова. Отличная доводка. Первый темп. Что творит Майка Кристенсен в защите? И здесь Сэм Дыру. Ну, сразу чувствуется, когда защита на высоте. И я думаю, Алексей Игоревич Вербов не один час провел на то, чтобы тренировать такую филигранную защиту. И мы видим эти эмоции. Чудеса, да и только. Все великолепие волейбол мы с вами наблюдаем. И действительно, сколько таких сумасшедших розыгрышей своей подачей. Максим Лагорцев, герой четвертьфинальной серии Санкт-Петербург, где «Зенит» из Санкт-Петербурга смог перевести серию на тайбрейк. И потом уже Белогорцев вводил аккуратно мяч в игру, а «Зенит» не справился. Здесь справляются как с приемом, так и со съемом. Не лучше прием. И снова Сэм Дыру оказался расторов не всех на центре сетки. Я же говорил. Низко это было, это шанс для «Динамо». И еще одна попытка, наверное, будет. Ай, как отыгрался Семышев, красавец, Заколов! Мне кажется, четвертое касание там у «Динамо». Может быть, это проверялось бы. Может быть, и прав был бы «Зенит». Но тут и без того. Это не будут проверять. Матчбол. Опять пришлось Соколову с места атаковать. Здесь, ну, мы не знаем, да, все... В Дэру. Дэру справляется настолько, насколько это возможно. Вот в атаке. В атаке Дыру, конечно, может такие пируэты тоже исполнять. Добрался до своей подачи с, с передней линии. Дыру. Дыру на первый. На этот раз все здорово закончил для Сэм Дыру. Они просто злые. Злые сегодня динамовцы. Если посмотреть там на Павла Панкова. Он-то в доигровке, а не в первом темпе. А вот и Сэм Дыру. Видите, не зря я о нем вспомнил. Сравнивает счет бельгийский доигровщик Казани. 3-3. Керминен. Соколова отправляет в атаку Панков. И сам же играет в защите. Великолепно капитан «Динамо» после того, как заблокировали Соколову. Ну а теперь шанс великолепный у Казани. Дыру. Точка. 26-24. Уступая по ходу первого сета. 4 балла. Подопечный Алексея Вербова. Забирают партию. Еще одна укороченная. И здесь буквально полшага не хватило Антона Семушева для того, чтобы достать этот мяч в защите. Первое очко. Участник двух Олимпийских игр. Великолепный призер Олимпийских игр в Токио. Хорошая подача от Дыруна, и Моисеев тоже очень здорово сыграл. Одной рукой здесь спасает этот мяч бельгиец. Волков на тройном блоке, но это его стихия. Не забивает, но и не проигрывает этот мяч. Уразов. Снова одной рукой Дыру. Волков. Снова скидка. Ну а здесь, к сожалению, помешали друг другу Моисеев и Зимчонок. Атаку у казанцев и реализовывают они ее. Раз от Вольвича подача, на этот раз идеальный практически прием. Отбиваются казанцы. Динейкин не сбивает, зато сбивает Сэм Дыру. Взрывается центр волейбола. 22-14. Расподавался бы. Здорово. Михайлов заставил принять. Но не удается.
Не удается, да. Очень трудных несколько мячей для своей команды выиграл именно на организованном. Хорошая плотная подача, но приходится она Федорова. Шпилев подает в голову, кажется, Кристенсену и в площадку меня отлетел. Но... Снова Кристенсен. Дру! Этот элемент. Дру. Ну, во второй партии разыгрался, словно бельгийцы. Раз за разом колосит, но очень важный. Хорошая силовая. Федоров справляется с приемом. Волков оставляет мяч в игре Семышев. Соколов на тройном блоке. Федоров вновь в защите. Дру очень грамотно сыграл и показал указательными пальцами на себе на виски Алексей Вербов, намекая на то, что проявил смекалку, подключил голову здесь Сэм Дру и не стал лупить, что есть мочи по рукам блокирует. На этот раз Максима Михайлова вновь 4 принимающих встает в Казань. Снова он не использует силовую подачу. Дру. Со второго раза получилось у него. Можно, да, но тут сетка чуть-чуть помогает. И вот так. И вот так. Посмотрит еще заступ брянский, я думаю, ну, должен он это сделать. Да, вот сейчас судья успокаивает. Не похоже, там Дру мог заступить. А Кристенсен опять. Сколько было в этой партии атаки на чистой сетке на одном блоке? Так это просто красавчик. Опять такая подача. Но теперь Федоров готов. Поэтому получите, распишитесь. 10-10. Какая же интересная партия. Принимает Волков. И первый темп. Все чаще первым темпом играет в третьей партии Майка Кристенсен. То Вольвич, то Кононов. Здесь Дру из четвертой зоны, и это тоже проходит. 5-6. Кононов. Максименко оставляет принимать. Здесь отбились казанцы от первого темпа. Дру. Дру забивает сегодня очень сложные мячи, в том числе. И вообще сегодня Дру классный матч проводит. Вот визуально много подчищает, классно играет на задней линии. Да, все символично. Хорошая подача Панкова. Что сейчас на блоке? 20-21 по факту. Так что будет и сейчас, да? Да, будет. Это все польза. Нет, атаки у динамовцев. Опоздали блокирующие, но не проиграли динамовцы. Этот мяч. Какая фантастика сейчас. Нет. Нет. Уже за горизонт куда-то все ушло. Надо добавлять количество касаний. 21 очко, то есть 20-21 не получилось. 21-20, да. Хорошо, кстати, подача получается. Здесь, конечно, плюс. Безусловно, относительно Жука будет у Динамо. Менять-то его один раз надо за сет, а подает он несложно. А защищались казанцы после подачи Макса. Дру сложно на тройном будет. Нашел способ атаковать. Федоров. Идеально просто защита. Идеально довел. И здесь Дру классно от блока отыгрался. Ну каков же Федоров, да? Понятно, что не без доли везения. Ох, какая классная сейчас была история от Волкова и Дру. И я думаю, Волков на самом деле зряча отдавал туда. Ну и здесь получилось, конечно, у Антонова исполнить атаку, но сумели казаться поднять этот мяч. И... Сумасшедший потрясающий выход Ромас Шкулявич перевернул эту игру. Ну и на тайбрейке москвичи были сильнее. Вот сейчас то же самое Волков мог сотворить, что Семышев эпизодом ранее. Но не будет атаки у Москвы. Зато второй файт под Сэма Дру приводит в восторг казанскую публику. Лидер команды подобрал очков среди игроков казанской команды. Если интересно, в первой партии был Михаил Лабинский с 6 очками. Выбитый прием.
Соколов берет на себя ответственность, страхует Волков, отскок от блока уже за лицевой линией. Дыру, все. Третья победа в сезоне казанского «Зенита» над московским «Динамо». 26-24, 25-22, 25-23, 1 час и 37 минут.